где вот этот сейчас рубеж, надо взять туда ЧВКшников, нахуй, ебать его в рот, сколько загнали, а толку нихуя нету от этих ЧВКшников. Хули там они все полегли, эти ЧВКшники, блядь. Это, блядь, спецназ, нахуй, подготовленный, ебаный в рот, они все полегли, нахуй. Ну, не все, там остатки какие-то, блядь, беспонтовые остались. Я хуй знает, я больше вообще выходов не вижу, нахуй, из этой ситуации. Пошли не нахуй сейчас армию.